Доброе утро. Я уже покормила котиков. И теперь смотрю видео. Мне дали совет, как укладывать кудрявые волосы. Потому что у меня свои кудрявые. Ну, как они, не такие кудрявые, да? Так красивые. Они такие, типа, волнистые. Но их можно уложить, чтобы они были более кудрявыми. В общем, метод называется Smarters. И, в общем, я теперь смотрю разные видео, смотрю на эти все кудряшки, выбираю средства для кудрявых волос, какое мне нужно купить, потому что теперь я хочу кудрявые волосы. Кстати, вот как я выбираю новые продукты. Я не знаю эту фирму. Я вижу, как она называется. Захожу, набираю название фирмы и Animal Testing. И дальше мне выдает, в принципе, с самого начала, тестирует ли она на животных, либо не тестирует. То есть вот я ищу, чтобы прям первой строчкой было написано, что cruelty free, никогда не тестировалась. Да, значит, мне подходит, значит, я такой продукт могу купить. Я не выдержала, хочу уже попробовать этот метод кудрявый. Но так как у меня нет средства правильного, я попробую обычным укладочным средством. В общем, сначала я расчешу волосы, чтобы их все разделить. Так, беру. И таким образом как бы формирую кудряшки, жамкаю. Далее я беру фен с диффузором. Буду укладывать. Буду сушить до 50% сухости. По технологии я беру снова этот крем. Чуть-чуть. И разбавляю его с водой. Растираю в руках, то есть у меня вот такая штука получается. И теперь, ой, прохожусь прям слегка по волосам. Они мне еще немножко влажные, ладно, я им отдам пока так самим подсохнуть. Ладно, посмотрим сейчас еще через какое-то время, что получится, пока такая смешная. Так, что, у меня они уже высохли, сейчас я их растрепышу. Слушайте, по-моему, прикольно, сейчас пойду еще макияж делаю, так как-то больше будет видно. Класс! И это я, кстати, делала же с обыкновенным кремом, который сюда даже не очень сильно подходит. Это просто вот метод с любым кремом работает. Здесь главное найти тот, который лучше всего подходит на мои волосы. Но я уже заказала его, у меня через 3-4 придет. Да, так можно укладывать кудрявы, в общем, надо накраситься. Что же происходит? Макс свою мышу принес, да? Принес свою мышу в постель. Это его самая любимая игрушка. Он ни с какой больше так не играет. Он ее везде с собой носит и рядом с ней лежит. Да, мой хороший. И Дексичка спит.
Так сегодня моя продолжает спать. Сонный мальчик мой. Конечно, я их не буду будить, а когда муж уезжает, я сплю вот так, чтобы мне быстрее заправить кровать, а так на одну сторону покрывало убирать, потому что я сплю, не шевыряясь практически. Слушайте, как мне нравятся кудряшечки такие. Покрасился опять непонятный цвет. Спасибо вам, кто мне посоветовал метод КГМ, метод кудрявой девочки. Я теперь кудрявая девочка. Так прикольно. И для разнообразия, знаете, не все это вечно ровные волосы. Класс. Мне нравится, как они лежат. Цвет, может быть, не очень. Но это все, на что я сейчас способна. Надо мне найти хорошего колориста в Стокгольме. Пока у меня Полина убиралась, я навела всю эту, значит, чистоту и красоту над столом. А сейчас хочу съездить в магазин Клас Ульсен и купить там
освещение для наших деревьев, про которые я как-то говорила. Сейчас пойду замерю, сколько у нас по метру эти туи, и поедем с вами в магазин. Кстати, у нас вот там вот вырубают некоторые деревья, и это делают даже по ночам, и совершенно не слышно звука. Вот сейчас уже машина куда-то делась или спряталась за этой кучей, не знаю. Не слышно звука совершенно, очень тихо, только свет яркий. Вернулся из магазина, хотела там поснимать, но там, в принципе, ничего нового нет, я вам уже все показывала, но там столько народу. Я вообще играла, можно сказать, в пакман, знаете, чтобы не врезаться ни в кого там. Помните такую игру, когда человечку надо было избежать этих шариков, которые его могли бы съесть? Вот я сегодня была тем человечком, а все остальные были этими шариками, которые бежали на меня. Я не взяла несколько вариантов освещения. Взяла не только на улицу, но еще домой сюда, чтобы меня лучше было видно. В окно. Сейчас покажу. Сначала пошлите повесим свет на улицу. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad, feel it too. Nothing to hide, falling in love. Да блин, что делать, а? Фигня какая-то. Некрасиво. Ладно, я сегодня оставлю это так, а завтра это повешу вот туда на крышу. На крышу гаража. Вытащу стремянку, сегодня уже темно. Оставлю сейчас пока так, но мне это не нравится. Я так это дело не оставлю. Какая-то наполовинку фигня. Попробую. Испытаем. Если они будут висеть вот так. Ну, они так меня будут хорошо освещать тогда. Вот так вот. Ну что, если я буду вот так вот показываться, меня так уже лучше видно, чем было до этого. Вот. Без, при полном освещении сейчас покажу. Темно, да? Парам, светло. Как меня хорошо видно. Да? Класс. Класс, 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 да. Молодец, Настя, придумала хорошо. Угу. А еще прикольно в этих лампах, что их можно использовать как фонарик. Если, например, свет отключили. Супер. А я хочу сейчас себе приготовить котлеты, чтобы гречку доесть с ними. У меня осталось 2 филе трески. И мне прислали, вы мне прислали, один человек мне прислал, в общем, в комментариях рецепт. По рецепту мамы своей, поэтому какой-то он особенный. Я решила его попробовать. В общем, здесь понадобится рыба, лук пожарить на сливочном масле, манка, молоко, мускатный орех, соль, яйцо.
Сейчас я это буду пробовать. А я начала еще по вашему совету смотреть сериал «Иванько». Ну вот, надо же было такое придумать фамилию «Иванько». Естественно, хочется совершенно другое слово сказать, когда вспоминаешь сериал, но я сдерживаюсь. Готовы мои котлеточки с гречкой и салатиком. Забыла добавить яйцо в котлетки, но я думаю, что оно на самом деле сделано, добавляется просто, чтобы их держать в форму. Ну, в принципе, и без яйца достаточно нормально форма держится. Очень вкусная, видимо, мускатный орех что-то придает. И то, что лук пожарен на сливочном масле. В общем, очень вкусненькие котлеточки. Спасибо вам за рецепт. Прям очень классно. Я буду есть и смотреть «Иванько». Я не могу. Я каждый раз, даже когда говорю вслух «Иванько», мне смешно уже. Очень прикольный сериал такой, легкий и смешной. Дженни, иди ко мне. Иди ко мне, моя зайка. Иди к маме. Иди ко мне, моя зайчка. Иди сюда. Иди. Иди, иди, иди. Иди, моя хорошая. Иди, моя зайка сладкая. И моя девочка. Вы бы видели, если бы она в ваши глаза так смотрела пристально, внимательно. Это, мне кажется, кстати, черта мейн-кунов. Я еще пару мейн-кунов видела, которые так делают. В общем, буду с вами прощаться. Завтра у меня большой день, потому что завтра я хочу съездить в магазин, купить все продукты, которые мне нужны для приготовления рождественского меню. Я буду делать где-то 5 блюд. И завтра я буду готовить одно из них, чтобы... Ну, в общем, не в один день это все делать, всю эту кучу приготовить и потом смонтировать. Я, мне кажется, после этого, ну, тогда спать не буду просто совсем. Очень много времени займет, так как нужно мне это все быстренько сделать. Поэтому буду делать частями, какие блюда можно. Поэтому сниму завтра одно или, может быть, даже два. И еще три сниму в понедельник. А вы это увидите все буквально на следующей неделе. С вами прощаюсь на сегодня. С вами увидимся завтра. Пока-пока.